Ребят, доброго времени суток всем. Давайте посмотрим отличный бой на ВЗ-55. Бой просто отличный. Пацан тут будет нагибать прям от души. Не попал. Не попал. Поехали дальше. Прокатываем. Целим. Целим. Ждем. Ждем героев битвы. Здравствуйте, конь. Конь, здравствуйте. Не пробил. Теперь будем тут 40 минут с конем перестреливаться. Что это вот тут? Ага. Ну ничего, парень, к успеху идет, прям тут, ну. Опа, опа. Шук-шук, мансуем, мансуем. А, добрый вечер. Арта, арта. Господи, аптечку-то используй, ну. Нет, мы же подождем. Оп, не пробил, не пробил. Второй раз хэвик-то там кого-то выселивает. Бук, не пробил конь. А мы пробили. Второй раз ждем. Опять не пробили. Поэтому тяжело будет ему, тяжело. Ага. Тут нам в голову мысль заходит. А ну-ка пойдем-ка парашим маленечко. Парашим тут, ну. Враж зайдем. Падаем, падаем тут, ага, падаем, зашли, падаем, идем. Здравствуйте. Здравствуйте, тут отовсюду нам раздают, короче, люлей. Забираем. Поджимаемся. Ну и отсюда так и будет, короче. Вот смотрите, да, позиция какая у ВЗшки. Как бы неплохая. Вот отсюда он и будет, короче, дамаг наносить. Оп. Оп, второй раз. Все, пошел на КД. Оп, видите, его не пробивают. Чуть упал в ямку и все, ВЗ-ху не берут. Не зря говорят, что это имба. Просто имба. На данный момент. Вот, зарядились. И опять вот тут вот будем пробовать сейчас. Оп, нам бат дает, но это, может, я не знаю, второй раз дает. Ну, а, ну да, нас оттуда с города подсвечивают, поэтому. Вот опять танкует. Ну, дает, без дамага не попал. А вот он и. Ага, с дамагом хэвику. Опять на КД. Ну и теперь он, по ходу дела, хочет ворваться. Да, хэвик он прячется за конем, за трупом. Угу. Землю убивает хэвик. Ага, и за трупом прячется. Вот, оп, морду блица бы спрятал. Все, а теперь он пошел просто врываться. Вот, пошли врываться. Неплохо он сейчас подожмет здесь. Сейчас, по-моему, бабаху будет выцеливать. Да, тоже неплохо. Вот подошел, как бы от головы встал и. Вот, видите. Ну, второй раз бабаху не пробить, ну, как бы, сами понимаете, да? Бабаха, короче, там картонная к успеху шла, как бы, ну. Что
Что бабаха там танкует, я не понимаю вообще. Дальше, дальше прорываемся. И вот он 60 ТП. Бах! Все и добирает. Вся красота ВЗ-55-ки. То, что, во-первых, барабан. И идет, короче, он на ВЗ противника. Тот понимает, что к нему сейчас ВЗ-ха будет заходить. Вот он откадешился и принимает ее. Здравствуйте. Вот и все. Ребят, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Спасибо вам.